Ага, друзья, вот смотрите, нам надо было благодаря этой камере открыть вот эту дверь. И тем самым мы можем теперь сюда зайти. Да, видите, они сразу напугались нас, потому что мы такие страшные, смотрите. И теперь мы можем подняться наверх по лифту. Так мы сейчас и сделаем. О, да. Все, можешь подниматься. Ёлки-палки. Я же вроде бы залез, но что ты спрыгнул назад? Офигеть. Все, еще раз. Он что-то остановился, а потом назад спустился. Все. Отлично. Главное, чтобы сейчас был этот ход. Да, есть, открыто. Супер. И здесь открыто, да? Вообще шикарно. И сейчас мы ее взломаем быстренько. О, да, отлично, давай, пошел. Вот сейчас должно быть убежище. Ну, просто 100%, я уверен. Да, есть. Отлично. Теперь у нас много убежищ уже есть. Награда за развитие. Нам что-то здесь дали. Ух, щет. Так быстренько спустились. Ну, что ж не можешь перепрыгнуть? Я офигею. Почти скопил нужную сумму. Далеко уехать вряд ли получится. Но хоть из этой дыры выберемся. Не пойму, к чему такая спешка? Не парься. Больше никаких грязных дел. Это все добыто честным трудом. Хотя не помешает еще немного. Ладно, солнце, до скорого. Прям все честным трудом. Привет, так она тебе и поверила. Не понял. Что за хрен? Взял, убил и убежал. Говнюк. А ну стоять. Говнюган, блин. Получил. Вообще офигели, что здесь люди просто так убивают людей. Только мы имеем право. Совсем распустились. Так, давайте посмотрим, где находится эта точка. Устранение. Убейте или нейтрализуйте цель, движущуюся в автоколонии. О, нет, это будет слишком долго. Думаю, не стоит. Бандитский притон. Нет, все, давайте. Лучше пройдем эту кампанию. Незваный гость называется. Можно сесть нам в этот КамАЗик. О, да, смотрите. Офигенно. Вау. Бардачок обыскан. Химикаты здесь были. Круто. Теперь на этом КамАЗе нам вообще ничего не страшно. Можем даже вот так вот спрыгнуть. И нам вообще пофиг. Можем таранить, и нам тоже будет пофиг. Включить сигнализацию могли даже. Правда, не знаю зачем. Просто так ее включать. Нас даже пропускать начали на дороге. Вот это реально круто. Ой, управление у него получше, чем у других. Практически мы приехали. А, не задавили, отлично. Поехали. Выполним наше следующее задание. Незваный гость называется. Очень довольно-таки интересное. Кто это такой? Это мы? Надеюсь, незваные. Эй! Фу, что это? Погоди, увидишь. Сказал же, захвачу друзей. Твою-то мать. Я думал, ты про взрывчатку. Тогда бы я сказал подружек, но ее я взял. Мне нужно вот что. Надеюсь, ты как-нибудь используешь этих ребят в разборке. Мне надо типа подобрать хвосты, а ты вроде как мне должен. Ничего я не должен. Так, давай уже сюда взрывчатку. Ага. Эти два психа повисли на мне после работы в Габоне. Как они пыхтели, пытаясь меня убрать.
Я, короче, такой на маслкаре. Зверь машина, а-ля 70-е, знаешь, когда ДТП называли аварией. Идем. И прикинь, двое этих умников зачем-то решили протаранить меня на своей паршивой экологичной машинке. Но она такая... Бах! И влетела прямо в фуру. Держи. Глаз. Вот. Вот что я тебе припас. Такая бомба-липучка. Зырь. Липнет. Круто? И вот эти идиоты сидят там, ссутся от страха. Машина в хлам, а я и злой на них, и ржать тянет. В итоге я всадил по паре пуль в эти лоснящиеся рожи. Такой вот расклад. Ты разберись, лады? Но нет. Вот что нужно. Точно. Скажем так, это пробный шар. Ну что, потренируемся? Джорди. Супер. Круто. Не нужен мне пробный шар. Конечно, нужен. Сейчас все устроим. Джорди! Блин. Пробный шар. Сейчас будет очень весело. Довольно-таки веселый парень. Мне нравится. Так, что надо нам сейчас сделать? Взломать, что ли? Уничтожить. Взорвите фургон с помощью СВУ. Это вот наши как раз эти мины. Ага, сейчас мы их найдем. Где они находятся? Вот эти, что ли? Граната, концентратор, ловушка. СВУ. О, да. Так. Как нам прикрепить? Вот так, что ли? Уе! Сейчас мы уничтожим. Это было реально круто. Еще такая музыка. Так, добраться до завода Сиена. А где тачка? Как мы без тачки-то будем? Оу, мопед. Вот это понимаю тема. Ворота открылись быстренько. Кирпичный завод. Люди Ирака приедут сюда. Сложности нечему. Ладно. Уберу этих убийц из засады. Ирак узнает, где баг поднимется. И тогда он мой. Так, что здесь нам надо сделать? Заброшенный. Надеюсь, камера еще работает. Возможность местонахождения охранника. Интересно. На две группы. Мы тут разгребаем его дерьмо, и у нас только два пути. Или сесть, или сдохнуть. А его чуваки сидят там наверху. И этим уродом. Все как сквозь вода. Все бабло у них. И все тайны тоже. Их не волнует, что станет с нами. Я тоже так хочу. Так. Что нам надо сейчас сломать? Вот этот комп, что ли? Да, точно. Используем, давайте. Загрузка системы. Так, за это кто такой? Тот Нига? Пирс, ты не взорвался? Пока нет. Мне надо выяснить, где у них будет сходка, чтобы можно было устроить сюрприз. Ловушки круть. Да, здесь, конечно, тоже бандов много. Будем всех уничтожать с минами или бомбами. Как там получится. Ёлки-палки. Еще следы. Судя по всему, покупатели. Бомба. Бомба. Так, а еще где? Блин, главное не пишет, куда нам именно это ставить. Просто так понакидаем, я думаю. Но больше у нас и нету, смотрите. Так, быстро надо их изготовить. СВУ. Сканер, CTOS, Blackout, ловушка. Блин, придется СВУ тогда. Все отлично. Время есть. И здесь одну поставим.
Следы шин. Кто-то тут часто паркуется. Очень часто. И последнее вот здесь. Киданем. Все отлично. Да, конечно, мы здесь бомба наставили. Капец, такой взрыв будет сейчас. Надо вот эти вот открыть штучечки, чтобы мы видели бомбу и взрывали их. У нас еще есть, в принципе, 20 секунд времени, но бомб у нас уже нету, так что да их уже некуда ставить, в принципе. Надо где-то бы нам заныкаться. Так, все. Ныкаемся, наверное, вот здесь. Конец. Вицейрос на подходе. Займите удобную позицию. Но здесь как раз... Блин, здесь нет. Ёлки-палки. Ой, блин, взорвал. Взорвал раньше времени. Так, чуваки, там что не взорвались? Там была бомба. Устранить всех людей Ирака. Отлично, это было круто. Шикарнейше. Музон вообще. Кто там слушает музончик? Так, это самый жирный щит. По мне палит! Да. Эй, чел, ставите народ! Иначе мы тут все поляшем! Что, еще подкрепление? О, нету, нет. Так, осталось пару чуваков еще. Все, включили музыку. Было вызвано подкрепление. О, да, это не очень хорошо, кстати. Зря вы это сделали. Нужна подмога, срочно! И сколько подъезжают. Да. Погнали, детка. Так. Да, сплошная граната. Получайте, гниды. Так, вроде все получается отличненько. Взрывов здесь, да, пипец. Ой, камера нет, не нужна. Выйти, выйти. Отлично. Остался последний чувак. Ну, все, шикарнейшее. Вот это мочилово сейчас было. Пипец. Где наш моцик? Подними телефон. Покидаем. Блин, взломать мобильник нам надо. Сейчас мы поднимем. Понятно, это не наш телефон звонил. А твои друзья чутка заняты. Сдохли. Так, звонок отследили? Нет? Слышите? А, вот этот чувак, кстати. Быстро за ним, вот как раз моцик там. Ну давай. Блин, уходит. Настучит Ираку. Тогда Бетбагу конец. Да, тогда и нам конец. Надо быстрее его догнать. Давай задний ход быстрее. Разгоняемся.
Так, если он уедет, нам будет жопа. Обязательно надо его догнать. Блин, куча этих светофоров нам еще мешают. Так, он, по-моему, здесь поехал. Да-да-да. Так, сколько там метров осталось? 87. А, все, мы его практически догнали. Как занесло. Ой, блин. Да уйди с дороги, что не видишь, я еду. Вот люди, блин, мешают нам. Так, светофор, давай. Где светофор? Блин, что своими машинами заколебывают. Блин, да перезаряжайся, ты что, у тебя бесконечные патроны, что ли? Так, добраться до бэтбага. О, да. Сколько метров? Может, можно туда тпшнуться, нет? Нет, где-то пешком. Да, метров пипец, сколько много. Офигеть, я даже тебя не заметил, чувак. Своей машины. Вау, прикольная тачка. Сейчас мы ее возьмем на прокат. Думаю, нам как раз... Да. Ух ты, вообще офигенная тачка. Красотища, не так ли? Просто шикарнейшая. Я забыл поставить меточку. Так, правильно, мы поехали. 1,5 километра ехать. Офигеть просто. Многовато, конечно. Не могли поближе поставить точку. С этой тачкой это будет очень близко. Смотрите, какая она резвая. Так, выравниваем. Поехали. Супер. Даже не врезались на таком повороте. На двух колесах. Это было круто. 800 метров осталось. С концентрацией, кстати, на поворотах очень офигенно. Давайте еще раз попробуем. Правда, задавим человека. Смотрите, как в замедленном видео. Прикольно, он убегает. Как мы прыгнули на машину. Это было офигенно. Тоже машинка-то, кстати, прикольная. Такая желтенькая. Можно пугать. Включаем зеленый нам. Мы же на красный не едем. Так-с. Стопс. Я неплохо поднял бэтбагу репутацию. И незаметно следовать за ним. Теперь надо его слегка припугнуть. Шантаж, думаю, как раз то, что мне нужно. Так, друзья, сейчас мы будем преследовать Бигмага. Главное, чтобы он нас не заметил своими дружками. Короче, Ви, никого не пускать, я уже еду. Ну, укрылись мы, конечно, за заборчиком. Так, главное, чтобы сзади не... Погоди. Так-с, можем сюда уже пройти. Долго, интересно, он еще будет ходить, потому что он меня уже заколебал. Опа, позвонить, окей. Все так. Не вешай трубку. Что за черт? Чувак, ты кто? Я сам по себе. Есть одно дело, но его Тайрон не потянет. Нужен бэтбаг. Услышимся. Что, что это? Что за хрень? Ну да. Тайрон. Зовут его, а бэтбаг его кличка. Вот. Да, Тайрон, но... говорит, же не потянет. Кто-то меня пасет. Погоди. Все трупы. Вы заберите меня отсюда. Ты больной. Что ты несешь? Фух, еще бы немного нас бы заметили. Эти убежали, напугались. Оставили бедного бэтбага одного. Взломать терминал, чтобы показать компромат бэтбагу. О, да. Ясно. Что за херня? Нет, нет, хватит. Забей, боится, говнюк. Йоу, нига. Жирный. Что, что у тебя?
будешь моими глазами и ушами врозь, Ефремов. Нет, нет, ни за что. Ирак убьет меня. Да? А что он сделает, когда увидит это? Еще показать? Нет. Удали это, прошу. Ну, будешь послушным песиком. Удалю. До связи. Как раз это видео, где-то он деньги забирает. Так, куда он удрал? Задание выполнено, незваный гость. О, да. Ух ты, мопед ничейный. Ух ты, какой он быстрый, я в шоке. Так, часть 2, 9 из 15 заданий мы выполнили. Так, а что нам не дают следующее задание, я не могу понять. Меня ж так грохнут. Скажи, как подобраться к Ираку? К Ираку не подберешься, чел. Забудь, он не выходит. Попробуй еще разок. Стой, стой. Аукцион. Он будет на аукционе Куина. Что за аукцион? Частный? Ну, не такой, как обычные аукционы, а по приглашениям. Достань приглашение. Я тебе что, джин? Ладно, ясно. Еще позвоню. До связи. До связи. Новая точка, искушенный. Значок разблокирован. Расширяйте кругозор, это здорово. Ну что там? Придумал, как добраться до Ирака? Да, битбаг в деле, ждет звонка. Осталось достать карточку доступа Ирака. Это единственный вариант. Это радиоидентификатор. Если повезет, сможем планировать. Давайте посмотрим, где наша точка находится. О, совсем рядом, вот это круто. Похоже, Ирак будет на аукционе. Есть шанс. Аукцион, ну да. Помнишь, у Ирака был портфель? Еще бы. Ирак им череп пробил. Ну да. Он сказал, что там список гостей. С тебя тортик. Я отслеживал этот портфель. Сейчас гляну. А ты молодец. Мысли читаешь? Сейчас пришлю координаты. Да я уже вижу. Ты уже давно прислала. Чего ты меня обманываешь? Так, блин, что-то мы проехали. Где-то она находится под мостом, без шума и пыли. Называется наше задание. Ну что, давайте начнем.